госавтоинспекция обращается с просьбой восстановления возможных свидетелей дорожно-транспортного происшествия с диким животным, а именно с косулей, имевшим место 13 ноября в 8 часов 30 минут на подъезде к автодороге М6 около деревни Островля Лидского района. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель с места ДТП скрылся. Если кто-то располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просьба сообщить в ГАИ по номеру телефона 65 50 12, либо по номеру телефона 102. Госавтоинспекция Личины с 23 по 25 ноября проведет контроль за соблюдением правил дорожного движения в части нарушения водителями проезда перекрестков, соблюдения необходимой дистанции до впереди идущего транспортного средства, а также по предоставлению преимущества в движении пешеходам.